Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем ромбокубок Тайдер. Делается с помощью коллекционного журнала «Волшебные грани» номер 21. С помощью этого журнала можно сделать две модели. Вот наша. Обратите внимание на клей. Я использую ПВА, строительный, усиленный. Переливаю в более маленький дозатор для удобства, чтобы было легче наносить на лепестки. И собираю. Вторая модель. Ромбоусеченный кубок Тайдер. Давайте начнем и сделаем ромбокубок Тайдер. Уровень сложности старт. Здесь описано строение многогранников. Подготовка к сборке многогранника. Схема сборки многогранника. Одного, второго. Четыре листа картона. По два листа на каждый многогранник. И преобразование, как образуется фигура ромбокубоктаэдр и ромбоусеченный кубоктаэдр. Достаем два листа картона и извлекаем заготовки. Удаляем вот эти квадраты, они не нужны. И точно так же на этой заготовке удаляем квадраты. Видимые части, вот здесь такие заусеницы у нас, их желательно поподрезать ножницами. И точно так же поподрезаем все внутренние стороны квадрата. Здесь точно так же подготовим. Две развертки подготовил. Соединяем вместе. Через вот этот лепесток А. Чтобы была ровно эта линия, берем линейку и подровняем. Все эти линии у нас наружные, загибаем. Все линии загнуты. Склеиваем развертку через лепестки B.
И еще 3 лепестка B. Приклеиваем. И осталось приклеить две крышки с одной стороны, с другой приклеиваем. Наша фигура готова. Убираем излишки клея. Берем обычную воду, смачиваем вату, протираем грань, сразу вытираем сухой ватой, чтобы не оставалось разводов и не размокал картон, и промываем там, где это необходимо. Кое-где может краска немного посыпаться, и мы подкрашиваем обычными фломастерами, подбираем по цвету. Я использую самые обычные фломастеры. И там, где необходимо, поподкрашиваем. Ромбокуба Октаэдер готов. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. С вами был Жигулев Алексей. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока! В следующем видео сделаем Икоса Додекаэдер. Делается с помощью коллекционного журнала «Волшебные грани», номер 19. В этом журнале две модели можно сделать. Вот второй многогранник. Называется усеченный икосайдер. Похож на обычный футбольный мяч.